В Хабаровске организован раздельный сбор отходов. Правда, пока эта система не охватывает весь город и сортируют мусор лишь те, кто неравнодушен к проблемам экологии. Правда, таких людей все больше. Раз в месяц они собираются на специальной акции. Акция по раздельному сбору отходов прошла уже в 6-й раз. Хабаровчане с пакетами наперевес пришли во двор по адресу Калинина, 130. Это вот первый раз. 2 месяца назад начали собирать. В Инстаграме жена увидела. Ну, решили за экологию. В 21 веке на Земле открыли еще один материк – мусорный. Пятно из пластика в Тихом океане уже в 3 раза больше Франции. Отходы попадают в воду разными путями, но из-за течений скапливаются в одном месте. Такого бы не произошло, если бы мусор сдавали на переработку. Буквально недавно думала о том, что ждет наших детей на самом деле в дальнейшем будущем. И как-то становится страшно от этого. И хочется хотя бы какой-то маленький вклад вносить. Сортировать отходы нужно дома. Пластиковые бутылки и консервные банки необходимо промывать и сминать. Крышки собирать отдельно. Начинать всегда сложно. Привычка до поры до времени копить в квартире мусор быстро не вырабатывается. Раздражало, мешало. Были у нас 2 или 3 попытки все это бросить к чертовой матери. Научились как-то более правильно и размеренно это все раскладывать. Выделили место специальное под мусор на балконе, там поставили несколько пакетов под основные группы мусора, и как-то все получилось. Стекло, бумагу и пластиковые бутылки можно выбрасывать в специальные баки в разных районах города. Где они хранятся, указано на сайте recyclemap.ru. Там же отмечено, что конкретно принимают в том или ином пункте. Самое сложное для новичка – научиться сортировать пластик. Его очень много видов, и не каждый можно сдать в Хабаровске на переработку. Подскажите, куда мне... Эту баночку можно выкинуть. Добрый день. Смотрите, видите, здесь в треугольничке есть знак маркировки. Здесь написано цифра 2. Всего в Хабаровске перерабатывается пластик 6 видов. Собранный пластик отвезут на предприятие «Полимер ДВ». Стекло – в хаб «Стеклотару». Алюминиевые банки – в пункты приема металла. Макулатуру заберет организация «Чистая планета». Также в городе принимают провода, электронные приборы, бытовую технику. Батарейки отправляют в Новосибирск. Мы в прошлую акцию вывезли 5-тонный грузовик, пластик и макулатура. Плюс вывезли 300 килограмм стекла отдельно еще. И еще у нас до сих пор лежит металл. Мы его еще не вывезли, но сейчас наберем и вывезем. Акцию проводят раз в месяц. Полгода назад на нее пришло лишь несколько человек, а в эту субботу уже около 300. Организаторы планируют устраивать ее чаще и одновременно в разных районах города, а также открыть стационарные пункты приема. Узнать все о раздельном сборе отходов в Хабаровске можно в Инстаграме на страничке «Эрсбор КХВ». Анастасия Незнанова, Андрей Третьяков, Хабаровск. События.